слово. Всем добрый день. Хочу поздравить с первым снегом. Обстановка за прошедшие сутки Донецкой Народной Республики осталась напряженной. Украинские каратели 6 раз нарушили режим прекращения огня. С позиции украинских подразделений и националистических батальонов обстрелы подверглись населенным пунктам Зайцево, Позовской, Старомихайловка, Спартак, Шахта Бакума, это город Донецк, с применением минометов калибра 82 мм, БМП, БТРов, стрелковое оружие. По территории республики было выпущено более 20 мин. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать нарушения Минских договоренностей вооруженными силами Украины по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов Верхняя Торецкая от линии соприкосновения 4 км. Установлено прибытие 2 РЗО БМ-21 град. Николаевка от линии соприкосновения 8 км. Установлено прибытие 20 танков 4 РСЗО БМ-21 град. Район Песок от линии соприкосновения 3 км. Отмечено прибытие 20 единиц тяжелой техники и до 500 человек личного состава. Украинское военно-политическое руководство не принимает никаких мер для мирного регулирования процесса в Донбассе. Мы видим продолжающуюся эскалацию конфликта по всей линии соприкосновения. В преддверии встречи в Минске продажные украинские СМИ продолжают проводить вбросы о якобы массированных обстрелах со стороны Донецкой Народной Республики, позиции вооруженных сил Украины. Как факт, вчерашнее размещение у них о том, что мы применили РСЗО по отношению к украинским вооруженным силам на населенном пути Красногорска. Надеемся, что очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины способствует мирному разрешению конфликта на Донбассе. Слушаю вопрос. Вопросы, пожалуйста, задайте. Нет вопросов? Все, большое спасибо.